вот веселая ситуация, когда кто-то подумал, что все машиночки могут проехать, оставив свою машину вот таким вот образом. То есть, как проезжать людям, непонятно. Как убирать снег, непонятно. Друже, с номером АА3932ТТ. Ну, реально, глупый шаг. Потому что вот такую вот технику с шириной там... 3 метра. Не, у него даже больше, по-моему. 3 метра просто, ну, он реально не пройдет. Одна машина, вторая, третья машина, скорая помощь. Дружище на BMW X5. Ну, или подружка, не знаю, но, блин. Полиция сказала, что друг. Реально, если сейчас вы не появитесь, вас заберут. Сейчас. Вот, ребят, снег чистит, я чуть не упал. Ну, в общем-то, вот так. Народ, давайте думать, что мы делаем, как мы себя ведем. И не создаем ли мы проблем всем другим. Ну да, я прекрасно, ну чуть-чуть, И припарковаться в том же месте, ну просто чуть плотнее. Можно вас снять с таким же рассказом? Ну то есть вот два слова. Да, вот ребят, ну на джипах тем более, ну можно чуть плотнее припарковаться и все было бы хорошо. И проехала бы спецтехника, мы почистили для вас эту дорогу. Ну, ребят, ну включайте мозги немножко. Смотрите, как вы. Тем более зима. Понимаем все. Тяжело ездить, тяжело убирать. Включайте мозги и думайте, как вы паркуетесь. Где вы оставляете свой транспорт. Спасибо. Ну, вот такая ситуация. А места реально еще, ну, много. А вот с той стороны места мало. Сейчас зайду еще. Что, он заедет? Да, да. А как и шла в зону? Бульвар Кольцова, 14В, по-моему. Сколько вам машин можете пройти? Короче, ребят, сейчас, если не изменится ситуация, то вот эти все машины будут эвакуированы. Владельцы машин бегом, просто бегом. Бульвар Кольцова, 14, БВГ, не знаю, какие номера, бегом к своим машинам. Иначе их до утра тут не будет.